Танцуют все. Активисты нового поколения устроили очередной мастер-класс для всех желающих в рамках танцевального проекта «Шаг вперед». Местом проведения уже традиционно стал Центр молодежных инициатив. На этот раз для урока выбрали направление «Дэнс-холл». Для участия не имели значения ни возраст, ни уровень подготовки. Научиться танцевать модный энергичный танец пришли около 70 человек. Мастер-класс провела тренер Валерия Василевская. Дэнс-холл зародился на улицах Солнечной Ямайки и быстро завоевал популярность по всему миру. Танцевальный проект «Шаг вперед» существует 3 года. Каждое занятие проходит под руководством опытного хореографа. Для участия нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте молодежной организации «Новое поколение» или в социальных сетях. Белгородцы уже успели познакомиться с хип-хопом, джаз-модерном, бачатой и многими другими танцевальными направлениями. Предложения новопоколенцев настолько пользуются спросом, что с этого года были открыты мастер-классы по танцам и в Старом Осколе. Цель – это раскрыть себя отчасти и отчасти провести весело свой досуг. В хорошей компании дают много очень полезного и интересного здесь.